Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я приветствую вас на канале компании «СВ Фундамент». Я продолжаю свою поездку в московском регионе и освещаю деятельность своей компании именно в Московской области. За моей спиной находится дом, меня пригласили для осмотра этого дома. Проблема здесь заключается в том, что нижние венцы сгнили, дом стоит практически на земле, у него фактически отсутствует фундамент, и здесь необходимо произвести комплекс мероприятий по замене фундамента и нижних венцов. Я произвел первичный осмотр. Сейчас вы можете увидеть кадры, в которых отражены все проблемы данного дома. Буквально завтра здесь приступает к работе наша бригада, бригада филиала московского нашего представительства. И в дальнейшем вы увидите весь комплекс работ, который был произведен на данном объекте. Вариант решения. По сути, на земле, да, стоял? Конечно. Нет, я говорю, здесь уклон еще, здесь уклон еще, да. А там вообще на земле. А лаги вообще, я не знаю, как они. Ну, на земле, просто на земле. Все лаги, сейчас хоть приличный выход. Сейчас более чем прилично. Даже снег не достанет. С этой стороны полметра-то будет, да.